Только лес и все. Это мой лес, мои зайцы и все. Больше всего доброго. Да вы знаете, очень много любимых мест. Парк культуры Гагарина, парк культуры отдыха. Вот этот сквер тоже неплохо оформлен. ЧМК. Мечел Энерго, первый котельный цех. На Кировке памятник нашим танкистам, которые в среднем году здесь митинг был, отправляли их на фронт. Наша Челябинская бригада 64-я, может 62-я, не помню. Городской парк Пушкина. Вот этот фонтан. Просто прелесть, особенно вечером. Мы из Екатеринбурга приехали, вот разрисовывали вам скейт-парк, поэтому мы особо-то в городе не были. Мне больше парк Гагарин нравится, потому что там красиво. Там можно погулять и есть на что посмотреть. В общем, есть что посмотреть. Конечно, Кировка. Площадь Революции, парк Пушкина. В парке гуляем. Кировка. Так, любимые. Арбат. Раз. Потом проспект Ленина. Так, еще скверы и парк Пушкина. Свой дом, где я выросла. Ленина 65, напротив Алого поля. Все. Солнечные береги, я думаю, возле Смолина. На Шишнях. Самое любимое место.